Рита Скалетта? Нет, мамка твоя. Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Вот пидоры. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Не просто хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Викторио Антонио Скалетта. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Заебись. На бутырки приехали. Извиняюсь, ребят, гизамат. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. Хорошо. И не валяйте дурака. Это пиздец, парни. Хоть разок от первого лица поиграем. Пошли, уроды! Хочешь проблем, гаденыш? Я... Простите, такое я не могу. Говорить по-английски? Сейчас, я тебя научу. Ой, бля. Тебе что нравится, придурок? Быстро встал и вернулся в жеребку. Нет. Эй, ты, умник, не заставляй меня повторять. В шеренгу. Ой, бля. Больно. Ой, блядь. Двигай. Вот суки, а. Стоять на месте, направо. На другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. На. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так натяну, до небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло, мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. Самое главное, мыло не уронить. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. К чему такая вот вставка сейчас была? Началось, блядь. Ладно, поехали. Поехали, блядь. Эй, мешок дерьма.
Делай, что сказано. Такой, блин. Нахуй в авторитете, дядя. Давай, бля, кого сюда, бля? Слушай, красавчик, или делай как сказано, или пожалуйте в кассу. За мной. О, как ты шумно. Чё они все долбят? Пиздос. Отбой! И чтоб тихо, уроды! Охуительный дом. Вот он, мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. 3 дня спустя, ничего себе. 3 дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Да, не говори, братан. Любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Сдавайся уже, черт возьми! А вот мозгов, прямо скажем, маловато. Ну шо, кто-то поставил. Я тебе договорился. Ты учить меня. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был с Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Парни, мама была права. Бог он есть! Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отплатил! А это любопытно. Небольшое пари. Такой мужик, блядь. Я тебе мозги! Вышиби ему мозги! Ну. Давай, Торнус, переросток. Ого. Стой, стой. Ой, больно, больно. Да больно, сука. Где ему зубы? Да, пришиби его. Я таких тощих петухов его на завтрак ем. Убей его, Анир. Задери его, Анир. Вышиби ему мозги! Ну с ним так бесполезно драться. Ну давай, итальяшки, как следует. Ого. Бой, бой! Ух, бля, хорош, тут прилетел мне. Дай ему! Бей ему зубы! Сюда, сюда, блядь! Ай, блядь! Да, пришиби его! Бля, пидор. Разойдись! Дай! Пошли его! Рысью! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Ой, бля. Как жестоко это все. Закрывай. Аривидерчи, мужики. Нормально хата пойдет. Посрать, пописать, ездить. Он меня чуть не прикончил, но... Я заявил о себе. И знаете... Здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Ну это отлично. Еще два дня спустя. О, 5 дней уже сидим, пацаны. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделают выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанте.
Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с О'Нилом. Ему нужен спарринг-партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень, а мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал. Ладно, ребята, поехали! Мокруха! Эй, блядь! Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал, а потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Так, ой, блядь. Не задирай свою будку, черт тебя дери. Малыш, неплох. Ух ты, только посмотрите. Эй, у нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Ну давай, чё, блядь, втащи мне. Хорошо, хорошо. Давай еще два ой, раза. Блин, это больно. Так, еще раз, Вито. Ну, давай, ударь меня, ударь. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы. Так насколько ты близок к Клементе, Вито? Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же, этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Чего? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага. На 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще. Разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Ну что, ладно, пойдем домой. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый? Ты подставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Китайцы, шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро. Измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Ну окей. А китайское печенье из китаёза этого выпало? Ага, ага, е. Хуя ты. Забей его до смерти, быстрее! Забей его до смерти! Вот так, бей его! Быстрее бей его! Вот так, бей его, бей! Ну, хоть слабенький. Ай-я, плохо он убил. Чё, всё? Забей его до смерти! Забей его до смерти! Вот так! Бей
Все? Он даже ни разу не ударил меня. Почему он не бьет стиль тигра? Такой пластом, все, я спать. Неделю сп... О, нихера себе, мы уже сколько, 13 дней отсидели. О, какие 12 дней, пардон. Нет, только не сортиры. Не хочу. Пошли, Скалета, опоздаешь на работу. Ой, блядь. Подъеб защиты. Давайте я похлопаю по лицу. Дай похлопаю, дай похлопаю. Давай похлопаю, иди сюда, Эфс. Эфс. Сюда, блядь. Куда, чё ты убегаешь? Сюда иди. Я сюда, сюда, блядь. Нет, он чё, вообще гусь? Сюда иди, сказал, блядь. Пидор, блядь. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли. А ты писюн заматывай. Пидор. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Там стена, братан, поаккуратнее, не врежься. Там где-то журнальчик где-то должен валяться. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет-нет, нам бросили вызов черномазые, но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. О, сохранение. Да блин, пойдем. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали, не подведи меня. Смотри сюда! Я отведу эту белоснежку в школу. Я его так отделаю, что родная мама не узнает. Давай. Ну что, котлеты, сдаешь? Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Давай, че ты? Чё ты, блядь? На. Филонишь, как обычно? Давай, Вито, хватай сейчас, сынок. Раз, два, три. Ну, Вито, покажи козлам, где их место. Всё, я даже, блин, скучно с ними драться, он даже ни разу не... Нет, он махнул руками. Молодец, малыш, молодец. Твоя доля, Вито, ты заработал. Кого заработал-то? Шухер, синий идёт. Что за шум, мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. Тебе пришли. К нам посетители, о. Привет, Вита. Здорово. Привет, Франни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вита. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил. Я за тебя рад. Вита, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай, не будем. Вита, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вита. Уже несколько недель болеет, и лучше не становится. Так, Франни, иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми, подарок на свадьбу. Вито. Нет-нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Сука. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Блин, аж прослезился, бля, буду. Пока. Блин, недели спустя. Пошли, Скалета. Сортиры сами не помоют. Пардон. Болею, пацаны. Блин, пардон, что чихнул, пацаны. Пойдем, сортир, мы чё, бля, я быстро тебя сейчас дойду, мужик, дай. Хочу сортир мыть. Дайте толкан помыть. А, я думал, нам туда, мужик. Эй, мужик. Мужик. А, вот он, журнальчик валяется.
Привет. А ты в курсе, ты на того вон чувака похож вон там, где стоит? Ты в курсе? Тут близнецов просто не мать бешеные просто, да. У вас что, все ёбы, что ли, одинаковые? Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Se te pilo piscaioli, isse ve ne sembolo pesce maledene. Se gingava lavanda si è scolino. Это мы. Ну вот, и поживее, чтоб сверкали. А ну заткнули все пасти, ну! Да ладно, ребят, я просто немного распеваю. О. Ладно, какое тут унылое бескультурное. Пиздос. Все в ржавчине. Ну блин, это какой год? 45-й до сих пор идет, да? А, ну не, по сути 46-й. А может быть 45-й. А, не февраль был. В чем дело? Драй давай. Да, это 45-й год еще идет. Блин, немножко точнее. Неприятно это все это видеть. Писюльку не прищемил. Эй, а этот чего грязный? Мой еще раз. Ну ты пописал у него, логичный мужик. Мужик. Как он, своя палочка-то машет, да? Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Побежал. Ладно, побежал. Скалета, раздевайся и мой свое величество. О! Их что-то много тут. Ой, водичка хороша пошла. Ой, как заебись купаси. Блять. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Фрэнки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял. Сходи покури, что ли, а? Ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Блять, ты так с таким еблом ко мне подошел. Какие шрамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шел бы ты нахуй. Да ладно, запикано? Значит, запикали! Запикали! Охренеть! Это, блин, шоу обожаю эту версию игры. Потанцуем с нами. А ну повтори, сладенький. Бля, гнида, попал два раза. Быстрее уже, времени мало. Джо? Я был, а парень-то боец, а? Сука, блядь. На, блядь, поспи, родной. Чё, кого тут, глистан? Давай, блядь, давай. Боец, блядь, кавказец, нахуй. Ну таркомат, блядь. Лежать нахуй. Лежать, пока я разрешение не дам. На, блядь, от батареи. Эй! Так, так, так. Это что еще такое? И где Фрэнк? Просто послал матом. Давай, матом! С песней. А, еще в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Там-то было штук пять.
Блин, это большие деньги. Если машину за 300 баксов можно было купить тогда. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Зона. Шенгенская рад тебя зона. Видеть, что стряслось? Ох, ирландцы блядь. Решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно. Но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. К черту, ёпт. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Хуй моржовый. Эй, О'Нил. У меня тут к тебе одно дельце. Кстати, заметили, вот что у него прическа вернулась, да? Иди сюда, Мэри. Блять, пробел не нажал. Еще сильнее. Умничка, Мэри. Бля. С тебя хватит. Ну, ударь. А, да меня мамуля колотила больнее. Тут тебя охрана. Это все? В очко ему. Нихера он там кровушка своей. Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. В этот раз я тебя прикончу. Ебать, ну это блядь. Ой, это, ребят, не смотрите! И на это. Заткни пасть. Да хорошо, что было это 45-й год. Да. Все обошлось. Хера, тюрьма, бли. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто – большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся, он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли? В Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет. Ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть, кроме него. Кроме Клементе, есть еще два босса. Один Карло Фальконе, второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи, человек чести, уважает старые законы. Дон Винчи, надо запомнить. Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев, и тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Ага, блин, то он такой, это сейчас так, блин, прикольно было. Все, прощай, зона. Шенгенская зона. По этапу отвели меня. Да, вот седьмая глава.
Ту-ду-ду-дум. Галанта не собрал. Ту-ду-ду-дум. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше. Почти что на 4 года. Ого. Джон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли. Но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Нихера они там. Ту-ду-ду-дум. Ну что, ребят, здесь будем заканчивать. Вот такая была зона у нас. Подписываемся на каналчик. Кушаем тортики. Дождите, скоро будет Мафия 3. Я специально прохожу ее, эту вторую часть, чтобы более, как сказать, веселее было бы третью проходить. Ждите нового видосика и удачки вам.